супруга Ира, внучка, дедушки, моя мама Надя. Благодарю Бога, что я могу здесь быть до похорона. Я приехала с домой, Айва. Я хочу, конечно, поблагодарить Бога за моего дедушку, что он верил в Иисуса Христа, нашего Господа, что эту веру он передал моей маме, моя мама передала мне. Я люблю нашего Господа, я ему скажу. Знаете, дедушка, он всегда нам давал внимание. Я благодарю за его любовь. Когда я видела с дедушкой, он всегда любил говорить о Боге. Он вспоминал, как Бог ему являлся. Он сокрушался и всегда плакал. Какой его Бог милостив и велик. Он молился всех нас и постился. Он меня ободрял и благословлял всю мою семью. Он был настоящий воин Христа. Его жизнь, она была полна чудес и милости Божьей. Бог много раз его хранил от смерти, как мы уже слышали. Он прошел много испытаний и остался верен Христу. Но вот пришел день, и отозвал дедушку на небеса. Я верю, что он сейчас ликует, он поет, он радуется в раю. Его жизнь была наполнена самим Богом. Дедушка, мы увидимся там, Господа. Я тоже хочу прочитать стих. Он мне оставил свою третью книгу, написал книги. И он любил писать стихи. Так что я хочу вам поделиться. А стих он написал. Моя мечта уверена. Мой край родной. Мечтаю о родине той, где нет слез и нет тревог. Там свободно и легко. Где отцовский мой дом дорогой. Мечтаю там жить, в чудесном раю. Скоро час мой придет, когда я получу свое место в венчальном краю. О, Спаситель, я верю, что скоро придет, и тогда я увижу тебя. И надежда лишь одна у меня — сохранить веру в тебя до конца. Дай мне на это силы всегда, милосердный мой всесильный Царь, Владыка и Создатель всей Вселенной, Основатель.